если повернуть налево, то попадем в гавань. А поедем прямо, попадем на кольцевую развязку. А по ней мы поедем тоже прямо и попадем в Першино. Ну, еще кое-куда заскочим. Вот кольцевая. Наш город вроде приподнялся, но на чур. Суть в том, что выбрали неверно путь. Путь устраиваю мэри каждый раз. Долги качают нас, на воду свет и газ. И как-то раз. Мелкая. Долги за раз. Исчезли три раза. Так, тут сейчас частный сектор, слободка. Прическое 5-1-0, его вот я на престоле. Кто это другие попадают на ЖД вокзал. Я весь контроль, город на ладони. Шевроле подгонят. Никель-завод, вон труба торчит вдалеке, не работает, жаль. Сейчас мы поедем мимо больших отвалов никелевых, так как когда завод работал, этих отвалов было очень много, очень накопилось. Сейчас, к сожалению, ничего не работает. Плохо! На этом светофоре, значит, направо на вокзал, налево центр. А нам прямо. Нам прямо. Мы едем на отвалы. На отвалы никель завода. Если вот интересно, есть такая гараж и одновременно парковочное место вон того дома. Вон они, те самые отвалы никель завода. Еще одно кольцевое движение. Нам налево по кольцу. Сейчас мы как раз под отвалами поедем, под самыми. Начали использовать потихонечку. Что-то из них делают. Вот такая мелкая черная крошка жирная. Никуда не шла, никуда не пригождалась. Вот валы складывали. Сейчас, видимо, что-то делают из нее. Сейчас на храм Яна лететь. Днем тоже поедем. Мимо отвалов всех, если они вообще такие здоровенные. Вот они, отвальчики-то во всей красе здесь. Вот это горы да горы. Искусственные. Сами ситуации. Браться.
Господь не в пламени свечи, не в запахе Адана, любви невидимые лучи, которую так надо нам. Господь не храм из кирпича, под куполом из золота, а хлеб и кровь, когда кричат от голода и холода, а хлеб и кровь, когда кричат от голода и холода. Господь не тот, кто раздает пустые утешения, а тот, кто с нами путь пройдет сквозь годы и лишения, от устаревших дом уйди, все перемелет мельница, живую истину найди, и жизнь твоя изменится, живую истину найди, и жизнь твоя изменится, живую истину найди, и жизнь твоя изменится. Кому-то родина Москва, а наша режь. Порой кружится голова, так воздух свеж. Зовут большие города кольцом огней, но нет роднее навсегда земли моей. Зовут большие города кольцом огней, но нет роднее навсегда земли моей. Здесь голос предков в нас звучит, все мысли тут о многом знает и молчит любимый пруд. Вокруг него дома стоят немало лет,
они историю хранят и жизни свет. Вокруг него дома стоят немало лет. Они историю хранят и жизни свет. Кому-то родина Москва, а наша режь. Порой кружится голова, так воздух свеж. Зовут большие города кольцом огней, но нет роднее навсегда земли моей. Зовут большие города кольцом огней, но нет роднее навсегда земли моей, земли моей. Уйди с краю. Ну тут что за бесстрашная собака на самом обрыве тусуется вечно. Я говорю, бесстрашная собака на самом обрыве тусуется. Че? Пошел ты что-то гуляли, он там пытался залезть. Че, пойдем на скалы вот эти? Вон на те. Сегодня мы вон еще на те скалы сходить. Для полного кайфа. Собака Арчибака. Какой камешек над рекой режь. Там еще вон один. Огибает вот эту вот гору из отвалов. Ну и она и так-то гора была. Полюшка, по полюшку, полюшкам смешком. Вот, а чуть дальше в лес еще речка по кровкам будет впадать. За гору с горюшком пешком. Да не ищите меня за холмом, да не ищите следы в реке. Мне не пробить эту стену лбом, не удержать мне судьбу в руке. Не пережить мне такого зла, не выйду биться я, супротив. От барина жена понесла, и я убил его ей, прости. Здесь получается у нас выезд на деревне. Туда, в центр. Скорости покажется. Жизнь со смертью свяжутся, нет пути назад. Пискарь должен быть. Да не ищите меня за холмом, да не ищите следы в реке.
мне не пробить эту стену лбом. Не удержать не Рижа и Бобровки, оказывается, они сливаются здесь вот у самого моста железнодорожного, по которому, фу, блин, железнодорожного автомобильного, по которому мы только что проехали. Так, это вот Реж, а вот это Барбовка. Полюшка, Бобровка попадает. Такая чистенькая, но заеденная. С горюшком за горушку. С горюшком. Да не ищите меня за холмом. Вот там скалы. Да не ищите следы в реке. Мне не пробить эту стену лбом, не удержать мне судьбу в руке, не бережить мне такого зла. Со стороны Першина въезжаем. От Барина жена понесла. Мост через Бобровку. Бобровочка. Вот здесь в Реже есть памятник никельщику. Вон он стоит. Режу через центр мы не поехали, снимем в другой раз как-нибудь еще одно видео. Сейчас мы возвращаемся домой. Это вот медгородок. Реж, город Реж, Свердлова область, ставлю золотой монет. Это Реж, город Реж, Реж, город Реж, Свердлова область, ставлю золотой вещей монет. Посмотрел? Это Реж, город, все, движемся из Режа на выезд. Наш город вроде приподнялся, но начал. Суть в том, что выбрали неверно путь. Путь устраивают мэры каждый раз. Долги вгоняют нас с заводу светлый газ. И как-то раз, изменение мэра, долги за раз. Исчезли с мира, отгадайте, блок стал, блок стал, наш престол. Ну конечно же это, режимской 5-1-0. И вот я на престоле, передо мной стоит канал алкоголя. Он ломится, но я в покое, я весь в контроле. И город на ладони, Шевроле подгонят, нету места для приколов. И в каждой школе откроют игровые залы, чтоб перемены всем казалось мало. Открою кинозалы, перед некуда податься. Открою пол, чтоб шоу лопать, все подраться. Весь угол сожжет огромной спичкой. Асфальт зальем везде, пишешь электричку. Продадим весь шлак, а в наличии к нам. Поставим памятники золота и криминал. А потом откроем, посмотрим все заводы. Аэропортал построен, самолет летит. Надеюсь, вас с градами. Еще какой-то старый склад. Реж, город, город Реж. Свердлова область, ставлю золотой манеж. Реж, это Реж, город Реж. Практически город, еще гаражный кооператив. Реж, город, город Реж. Свердлова двухэтажные гаражи.